Сегодня президент России Владимир Путин подписал несколько законов. Один из них о приостановке договора о зоне свободной торговли с Украиной с 1 января 2016 года. И как отмечено в документе, это сделано в связи с исключительными обстоятельствами, которые затрагивают интересы России и могли бы нанести значительный ущерб экономике нашей страны. Вместе с тем Владимир Путин подписал указ о частичном возобновлении действия договора о зоне свободной торговли с Украиной в той части, которая касается таможенной пошлины на экспорт природного газа. Еще один закон, подписанный президентом, запрещает так называемые золотые парашюты для региональных чиновников, в том числе губернаторов, чьи полномочия были прекращены из-за нарушения закона. Также Владимир Путин подписал закон о продлении действия программы материнского капитала включительно до 2018 года.